Сегодня Виталий Кличко, он больше политик или больше спортсмен? Однозначно не шоумен. Угу. Спорт всегда был, есть и будет в моем сердце. То есть это основное, все-таки главное? Спорт это... был, есть и будет. Угу. Независимо от рода деятельности, независимо от занятий. Знаете, политикой никогда не собирался становиться, но жизнь заставила. Ставит такие... Либо ты будешь заниматься политикой, либо политика займется тобой. Я слышал такое. И простые элементарные вещи, которые работают во всем мире, к большому сожалению, не работают на Украине. Уже на протяжении 20 лет мы строим независимость. И кроме каких-либо громогласных планов, реальных действий не происходит. Можно наблюдать спокойно за этим, а можно брать на себя ответственность и быть активным. Я знаю, как никто другой, одно правило. Без борьбы победы никогда не будет. На сегодняшний день мы идем во власть. Мы принимали участие в местных выборах. Когда говорите «мы», вы имеете в виду будем свою... мы сейчас будем принимать выборы в выборах в Верховный Совет Украины. Когда будут назначены выборы мэрские и в городской совет, мы точно так же будем принимать, как политическая сила, участие в этих выборах. Хорошо.